Сегодня стартовал 17-й ежегодный турнир по боксу на призы Владимира Горячкина, почетного гражданина города и многократного чемпиона по боксу Мурманской и Архангельской областей. Сколько спортсменов в этом году борются за медали и кубки, расскажет Ольга Сотникова. Руслан Назимов в синей форме. Ему только 13 лет. Но, несмотря на это, он уже опытный боксер. За спиной десятки турниров и побед. Да, много. Расскажи. Ну, вот я вот... у меня первый бой был... Я выступал на область, ездил в апатитах. Но я занял 3-е место, но... Первые места были? Были. Расскажи о них. Ну, я боксировал у нас в городе Мончегорске. Это у нас было в Умке. Я выступал и на новогодних надеждах. Открытый турнир по боксу на призы Владимира Горячкина проводится в 17-й раз. Соревнования проходят во дворце спорта центрального стадиона. Участие принимают юноши из Мурманской области от 12 до 15 лет, имеющие подготовку не ниже 3-го разряда. Участвует 10, ой, то есть больше 10 команд, 100 спортсменов из всех городов Мурманской области, кроме Ковдора и Печенги. Почему не участвует Ковдор и Печенга? Материальные затраты на автобус, трудно найти деньги. Наши лучшие боксеры, те, кем гордится сегодня город Мурманск, Мурманская область, а в некоторых случаях и Россия, начинали свои первые шаги в спортивной карьере именно с этого юношеского турнира. Результаты этих соревнований мы узнаем на следующей неделе. Турнир на призы Владимира Горячкина продлится 3 дня.